Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, любители дырявых клинков! Сегодня мы поговорим про всем известный нож, очень хорошо продаваемый, переизданный в разных размерах, в разных материалах аж с 2010 года. Это нож Манникс. В данном случае Манникс 2. В нашем случае это Манникс 2 со сталью S110V на клинке и с синим G10. Но это, в общем-то, не важно. ТТХ и описание уже никому не интересны, обговорено уже сотни раз. Мы же поговорим о позиционировании этого ножа и о его предполагаемой специализации. Говорить мы будем не просто на пальцах, а на примере моих старых добрых работяг. Это ножи, которые у меня в работе уже много лет, настолько давно, что уже даже успели надоесть, всякий эффект новизны давно пропал, и в моих глазах они превратились в самые обычные инструменты. Чтобы заменить какой-либо из этих ножей Манниксом, для меня лично нужны какие-то очень веские основания. Даже при том, что Манникс мне нравится давно, и я его хотел, смотря только на картинки. Но у каждого из этих четырех ножей есть своя собственная идея и есть своя история. Это ножи, без преувеличения сказать, легендарные. Давайте пройдемся по каждому из этих ножей. У каждого, в общем-то, есть своя специализация, своя идея. И постараемся подумать, вместо кого из этих ножей я бы мог использовать Манникс. Начнем со Spoderco Military. Его особенность в том, что это длинный, крупный резак-универсал с разнообразной удобной эргономикой. Отличительная особенность, конечно, этого ножа – это его габариты. Миля имеет богатую историю, и уж точно вместо мили Манникс использовать вряд ли получится. Spoderco Enduro. Для меня это складной кухонник. Это лучший резак вообще из всех ножей, что здесь присутствуют. Очень легкий, очень тонкий, удобный в носке на кармане. Это мой летний нож, да и вообще в последнее время это самый используемый мой нож на кармане. Заменить его Манниксом я тоже, честно говоря, не готов. Spoderco Paramilitary. Я отношусь к тем ножеманам, которые считают пару ухудшенной версией миль, ее обрезанный вариант. Но объективно говоря, конечно, Spoderco Paramilitary это супер универсал. Это чуть ли не идеал складного повседневного ножа, особенно для городского жителя. Spoderco Kali 3.5. Наверное, самый непопулярный нож из всех, что сейчас мы видим. Для меня это чуть ли не идеальный джентльменский, но вполне функциональный нож. Изящный, современный, old school. Рассматривать Манникс в качестве замены Kali, наверное, нет смысла. Слишком это разные ножи. Если уж и заменять какой-то из этих ножей Манниксом, то, скорее всего, это будет Парамиля. Они максимально похожи и по габаритам, и, в общем-то, по своему назначению. Что, в принципе, есть у Манникса, чего нет у всех ножей, которые были сегодня у нас на столе? Это очень злая насечка. Причем эта насечка не только под большой палец, она есть и под мизинец, и под большую часть вообще ладони, и под указательный палец. В общем, этот нож весь в насечках, и эти насечки злые, они стальные. Насечка действительно очень жесткая. Мне, честно говоря, это не сильно напрягает, я люблю такие жесткие насечки, но многим людям может вызывать дискомфорт. Второе, что есть у этого ножа, это его необычный, очень спорный замок. Замок относительно тугой, особо побаловаться им не получится. Здесь тоже главный плюс этого замка, скорее просто его необычность, как для Spoderco. Ну и третье, это очень широкий клинок, не знаю для чего это может понадобиться, разве что масло мазать. Мы сейчас не будем касаться того, что на клинке Манникса сталь S110V, что здесь какой-то красивый синий G10, потому что уж Парамиля выпускалась в намного больших вариациях, чем возможно любой из этих ножей. Мы будем касаться только эргономики, только предполагаемого назначения. При, в общем-то, схожих габаритах в открытом положении и схожей массе, в закрытом положении Манникс явно более пузатый, что, в общем-то, на кармане может быть не так удобно, как Парамилитари. Клинок у Парамили слегка другой формы, можно сказать, чуть-чуть более изящный, но что очень важно, длина режущей кромки больше примерно на 5 мм. Еще одно большое отличие между этими ножами – это замок. В общем-то, замок Paramilitary не всем нравится, многие его ругают, вменяют ему то, что он при некоторых ватах наминает руку и вообще не в том месте, но этот замок можно открыть одной рукой, спокойно, можно им играться. Такого же сказать про замок Манникса я не могу. Замок очень похож на Access Lock,
Но, в общем-то, это не Axis Lock, он только похож визуально. Так свободно замком не поиграешься, выбросить еще нормально можно, но вот закрыть обратно уже, как по мне, даже небезопасно. Надо проследить, чтобы пальцы от пути клинка были убраны. Иначе есть риск закрыть себе клин на пальцы. И что, наверное, самое важное в сравнении этих двух ножей, это их эргономика. Я, наверное, не встречал еще человека, который бы сказал, что у Парамили неудобная рукоять. Ну, она, в принципе, может быть кому-то маленькая, возможно, у кого огромные лапы. Но эргономика у Парамили чуть ли не эталонная. Сказать такое про Манникс я, честно говоря, не могу. Это, конечно, все индивидуально, но в сравнении с парой эргономика Манникса проигрывает. В принципе, отличаются рукояти по форме не очень, но, как мне кажется, отличие все ключевое в эргономике – это в наличии такой подпальцевой выемки, которая всегда, в общем-то, обязывает к определенным субъективным ощущениям, и отсутствие, назовем его, грибка на Манниксе. Это именно то, что делает рукоять Парамилитари более универсальной, чем рукоять Манникса. И короткий вывод по всему нашему разговору в сравнении. Уж как я всегда хотел Манникс, хотел его подержать, как я к нему неровно дышал на картинках, но вот так уже по факту заменить Манниксом Парамилю я не готов. Все-таки для меня Парамиля нож более функциональный, более удобный. Всегда хотел Манникс, всегда хотел его подержать, но вот он у меня, и я, честно говоря, не пойму теперь, что с ним делать. Возможно, меня больше бы порадовала версия его облегченная, с таким полупрозрачным пластиком. Это, друзья, и есть наше ножеманское проклятие. Мы имеем счастье всегда быть увлеченными, всегда хотеть какие-то новые ножи. Но расплачиваемся за это своей вечной ножевой неудовлетворенностью. Манникс 2. До свидания. Говорит ли это все о том, что Манникс 2 бестолковый нож? Да, конечно же, нет. Это были всего лишь мои мысли, причем в строго определенный момент под настроение. Это всего лишь моя личная специфика использования ножей, причем не только реальная, но и вполне вымышленная. Мой набор определенных ножей и какие-то предрассудки, связанные с ними. Так что это все в большей степени субъективно, очень субъективно. Да и будь Манникс таким бестолковым ножом, он бы не получал самые престижные награды на ножевых шоу, он бы не выпускался уже 7 лет в самых разных сталях, разных материалах и габаритах. И вообще, глупо полагать, что Эрик и Сэл Глессер вместе со всей компанией Спайдерка смыслят в ножах меньше, чем мы. Уж точно не меньше. Так что ежегодные объемы продаж Манникса говорят сами за себя. Ну а вам, друзья нажиманы, я желаю в оценке любого ножа не полагаться в большей степени на чье-либо мнение. Только вы сами можете понять, подходит вам тот или иной нож или нет. Все, до свидания.